И наша любимая рубрика «В России с любовью». Очередь дошла до реактивного американца Тариза Райса. Год назад он выиграл Евролигу, став лучшим игроком финала четырех. Сейчас вместе с Химками добрался до финала Кубка Европы. Впереди важные матчи, позади длинный сезон. Самое время узнать, что этот парень знает про страну, в которой играет. Так. Ну это чтобы... Это разновидность штуки, чтобы тесто раскатывать. Все-таки что-то я тут знаю. Ну это ваша известная русская штука. Название только не помню. Тут внутри что-то. А что? Нравится ли мне девушка с такой фигурой? Мне не особо. Понимаешь, мне ближе женщина другого типа. Если я в форме, то и она должна быть в форме. Даже догадок нет. Думал, что это для кухни, пока в руки не взял. Теперь даже не знаю. Наверное, это используют в мастерских. Только я совсем не уверен, для чего. Не знаю. Наверное, я должен сюда что-то засунуть. Ну, однозначно, да. Перевернул, и что теперь? Все равно мне кажется, что нужно вставить что-то вот сюда. А, отсюда выходит. Ага, а класть сюда. Так, а это тут каким боком? Давай-ка посмотрим. И теперь я сюда что-то кладу и измельчаю? В этом фишка? Сколько этому лет? Но опять не знаю. Точно не оружие. Может, чтобы что-то поднимать? Наверняка. То есть с этой штукой что-то еще в комплекте, то, что этим держит. Этого парня я видел. Он похож на Ферби. Но откуда он и как его зовут, я не скажу. Мужик, этой штуке лет 50-60. Ну, не знаю, наверное, это нож для консервов. Похоже, что он справился бы с этой задачей. Да, ребят, ну нужно как-то идти в ногу со временем, купить новую. Это выглядит немного опасно. Реально страшно. Провод-то короткий. Но я снова совсем не врубаюсь, для чего это. Вообще нет догадок. Что? Наливают воду и суют это туда? Я бы от этой штуки держался подальше. Связываться бы с ней вообще не стал. Черт, ну допустим, это чтобы ловить насекомых. Ну а почему нет? Будь я ребенком, поймал бы паука, а это поставил сверху и смотрел, как он там бегает. Ну правда, больше идей нет, не знаю, зачем эта штука. Может, это странный сувенир. Массаж? Как, вот так, что ли? Так. Да, мне не светило угадать. Никогда бы не додумался. Вот эта штука, конечно... Ну, в общем, не стал бы я ей пользоваться. А вот эта интересная вещица. Никак не мог врубиться, для чего это... Оказывается, чтобы перемалывать еду. От нее хоть толк есть. Немного странная штуковина на мой вкус. У большинства бутылок, которые открываю я, крышки просто скручиваются. В любом случае, я бы взял что-то посовременнее.
такие, которые прям на крышку одеваются и снимают ее. Знаешь, я стараюсь держаться подальше от всяких древностей. Спасибо, с любовью.